хотела этот, потому что это мы тут бутылки сдаем, я не знаю, у нас какой-то просто трэш происходит. Сейчас какой-то трэш просто происходит, потому что вечер в этом уже, короче, здесь происходит какой-то просто трэш, я не знаю. Стаканы, бутылки. Кто? Ну этот мальчик. Идем. Идем уже. Господи. Короче, у нас тут трэш. Я оставила свою бутылку, чтобы допить, потому что она тут капец какой-то просто. Не выложить это такой же этот. В общем, бутылочка. Супер. Люди, короче, тут выигрывали все. Комментарии тут человек говорит, не обязательно слушать, очень красивые игрушки. Да. Не знаю, куда идти. Так, сейчас 8:18. Мы идем. Что такое? Какое-то непонятное. Table? Date? Мы идем, да мы идем. Не знаю, куда мы идем. Вау, это так прикольно. Прикольно. Мне кажется, я забыл делать. Да дальше идти. В общем, мы идем. Нет. Какое-то, смотри. Мне, если честно, немного прохладно. Я бы хотела одеться. Мне жарко. А, да? А, окей. Okay. Да, 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 да. Не, мне хорошо. Нормально. Окей. Okay. Мне вообще духота такая, что я не понимаю. В общем, мы идем. А мы тут не были. В общем, мы идем. Куда мы идем? Мы идем к какому-то фонтану, тут очень все прикольно. Так, сейчас. Люди, подождите. Это фонтан. Мы собираемся здесь пока что сидеть. Кстати, мы тут еще не были. Очень прикольно. Очень прикольно и очень классно, потому что пойдем какой-то зонтик, который мы здесь еще не были. И все выглядит очень прикольно, но мы уже переоделись, потому что мы не будем уже плавать больше сегодня. О, кстати, тут еще очень милые и прикольные домики, в которых можно жить.
Да, очень прикольно. Да? Кстати, в них можно еще сидеть, стоять. Это очень прикольно. Мы сейчас будем лежать на лежаках. Да.